элиты, редактор сценариев. Четвертый сценарий получается уже. Как бы картинки менялись. Зеленые товарищи, желтые. Это опять за двоих шпилить, что ли? Походу, или нет? Или Нора еще здесь, ух ты. Тест. Марк, как губернатор Вернации, отказался помогать Леноре. Зашибись. Нормальный пацан оказался. Так, Ленора атаковала Вернацию. Держится из последних сил. Значит, надо помочь. Он поможет нам в войне с пиратами. Пираты вообще охренели. А, прибытие подкрепления из стороны, наверное, будет, да? Так, а чё, у нас только барак получается и все. Чё строим? Строим сразу крепость. Так, где-то еще какая-то битва. Где? А. Тут нормально все уже. Так, задача. Защитить город до призыва подкреплений. Так, таймер бы еще видеть, конечно, подкреплений. Но будем смотреть по минутам. Построим парочку на всякий случай. Ну а так, аэродрома нету. Так, шахта у нас есть. Нужно улучшить. Так, а здесь что? Здесь... Так, ну улучшим шахту. Походим здесь по разведаем. Наверное, где-то наверху. Здесь где темно. Или здесь, вот здесь дорога, наверное. Сейчас посмотрим, куда эта дорога ведет. О, рудничок какой-то вернацевский. Ну, захерачим его, да? О, напали. А наземных войск у них нету? Есть, есть. Значит, сюда ведем. Так, ну здесь пока нормально. Че, мы еще лаборатории, кстати, можем строить. Сейчас построим.
что-нибудь мур, потом еще лабораторию поставим. Так, ну это больше город для пушек, надо нормально здесь отбились, короче. Так, здесь что? Здесь херово, но тут пушка пока стоит. Еще построим. Так, то ли какая-то цель, то ли что тут? Ну-ка. Аэродром. Отбить атаки. Так. Аэродром, значит. Уничтожить аэродромы. Ну, наверное, зашибись будет. Тогда сразу аэродромы атакуем. Сразу прострелим. Зря, конечно, это сделал. Так, что здесь. Так, и второй аэродром. Херачим. Рудник зачем-то атакует. Все. О, нихера их тут. Ё-моё. Надо отходить, походу. Ну его нахер. Так, рудник забрали, но сейчас подкрепление подождем. Так, куда посмотреть? Давай сюда. Так, и тут нормально. Че они не чинят пушку? Пару пехоты тоже. Нихера себе тут. Все нападают. Снизу тоже где-то что-то есть у них. Здесь пустота. Так. Ну, походу, что-то еще откроется. Так, что, погнали. Так, где помочь? Здесь.
Нихера не разносят быстро. Интересно, по зданиям будет стрелять? Нет, не стреляет. Катим отсюда, ну его нахер. Давай уже захерач этот ёбаный аэродром. Хорош. Пушки не чинят свои нихера. Так, и чё, ну выполнили эту херню. Нормально уже стало. Заебешь. Товарищу надо подлечиться как-то, блядь, пускай тут постоит. Найс. Какую-то компанию Сигим скинул тут, блядь. Маленький сценарий какой-то. О, типы хуярят. Пол хп. Секунду. Нормально, чё. Ебанулись, блядь. Куда вы рветесь-то, блядь? Главное, хуй знает, они по скрипту, видать, летят отсюда со сторон. Так, пушки нельзя, нихуя нельзя. Заебал, лечись, блядь. Походу пехоту надо делать, хули. Пока они этих убивают. Это мне ничего не даст, блять. Разве что перекинуть золото. О, нихуя там солдат пришло, ё-моё. Давай-ка.
Хуя вы, блядь, жесткие. Вообще по городу гуляют, смотри, охуеть. Только разъеби мне крепость, сука. Петух. Так, задание защитить город выполнено. Заебись. Хуя подкрепление идет. Нормально. Сейчас мы их разъебем. Ленора побежден. Все, изи.